Иранский евангельский пастор и основатель служения «Иран жив» Хармоз Шариат заявил о том, что его страна станет христианской, несмотря на нынешние притеснения со стороны властей, сообщает христианский мегапортал Invictory.org. Хармоз Шариат, который также владеет христианскими СМИ, отметил, что наблюдает рост христианства в стране. «Иран очень открыт к Евангелию», — подчеркнул он. «Так много людей приходит ко Христу через наше служение в США, Европе и особенно Иране. Люди каются, когда мы несем Евангелие через телевидение. Они не просто становятся верующими, они верно следуют за Иисусом Христом».